Здравствуйте, меня зовут Анастасия Сергеевна Астахова. Я кандидат социологических наук, Master of Arts in Sociology и академический руководитель программы технологии социологического исследования Liberal Arts. Программа технологии социологического исследования Liberal Arts направлена на подготовку социологов-исследователей как для научной, так и для проектной деятельности. Есть такой стереотип, что социологи занимаются исключительно опросами общественного мнения. Это не совсем так. Социологи используют в своей деятельности разнообразные, обширные методы исследования. Это и интервью, фокус-группы, наблюдения. И значительная часть наших коллег вообще не работает с так называемыми полевыми исследованиями и работает исключительно с текстами. Мы считаем, что студенты-социологи в процессе обучения должны освоить разнообразный спектр методов и применять их в зависимости от конкретных задач конкретного проекта. Кроме того, социология – это не просто абстрактная наука об обществе, это обширная теоретическая традиция, включающая разные модели описания реальности, разные подходы, разные взгляды на картину мира. И наши студенты вместе с нами осваивают эти разные модели. Одна из важных линий нашей программы – это изучение истории и теории социологической науки. Таким образом, мы уже наметили две важных составляющих программы. Это интенсивная подготовка по методологии и методам социологического исследования и глубокое освоение теории и истории социологической науки. Кроме того, важной составляющей нашей подготовки является изучение отраслевых социологических дисциплин, поскольку социология очень разнообразна. Вы знаете из курса обществознания, что социальные отношения пронизывают самые разные сферы жизни людей. Это и экономика, и политика, и духовная сфера. И в результате есть большой набор разных отраслей социологии, которыми можно заниматься. Это экономическая социология, политическая социология, социология города, социология религии и многие другие. Таким образом, наши студенты имеют достаточно обширное пространство выбора. Они могут заниматься одним, могут заниматься другим, и в зависимости от своих интересов они подбирают себе темы эссе, курсовых работ и выпускной квалификационной работы. Наша задача в этом смысле – помочь сориентироваться в этом многообразии социальной жизни, помочь сориентироваться в обилии хороших и не очень хороших текстов и научить писать собственные тексты. Написание текстов – одна из ключевых задач работы на программе, поскольку во многих университетах основная подготовка идет по модели вызубрить, подготовиться к экзамену и сдать устный экзамен. Но на практике, в работе, работодатель не говорит нам: «Приди, выучи вот то-то к такому-то сроку и расскажи мне, что ты выучил». На практике нам приходится писать, и основной инструмент – заработка для представителей социогуманитарных дисциплин зачастую это написание текста. Это написание статьи, отчета, аналитической записки или чего-то еще. Поэтому основная задача нас на программе – научить вас работать с текстами, писать хорошие, грамотные, аналитические, корректные тексты. В результате карьерные траектории наших выпускников достаточно разнообразны. Это может быть и академическая карьера, связанная с прохождениями последующих этапов магистратуры, аспирантуры. Это и карьера в исследовательской проектной деятельности, связанная с теми же опросами общественного мнения или разнообразными подходами к социально-политическим и маркетинговым исследованиям. Если вам близок дух исследований, если вы не боитесь постоянного состояния поиска, если вам интересна разнообразная деятельность, потому что наши студенты то делают собственные исследовательские проекты, то участвуют в исследовательских проектах старших коллег, то читают книжки, достаточно старые первоисточники, то решают задания по математической статистике или по двум иностранным языкам. Если все то, о чем я сказала, вас не пугает, а кажется вам интересным, добро пожаловать, будем ждать вас на нашей программе.